Всем снова привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас обзор энергосов. И сейчас в моих руках находится баночка Adrenaline Rush Game Fuel со вкусом Манго Шторм. Со вкусом манго, по идее. И мне очень захотелось его попробовать. Он был всего лишь один-единственный в своем виде на прилавке. Я его нашел и такой думаю, так... За тобой я скоро вернусь. Спрятал его поглубже в бутылке Липтона. Ну и вот, приобрел. У него такая вот красная открывашка. И честно не знаю, как она называется. Можете в комментариях написать, если есть какое-то название. Вкус манго. Прям так и пишется. Со вкусом манго. Ну, тут видно, что это манго. Давайте не будем долго тянуть и попробуем. Столик, стаканчик. И, конечно же, Adrenaline Game Fuel. Или Fuel. Давайте его вскроем. Я люблю отрывать эти штуки. Меня они раздражают. Ставь лайк, если ты тоже их отрываешь. Ладно, в этот раз как-то хреново получается. Давайте не буду. Итак. Вау. Смотрите, какой. Так, это не чай, это газировка. Это я уже вижу. Так, ну что ж. Выглядит он... Неплохо, как манговый сок. Что вы еще ожидали увидеть в этой рубрике? Итак, возвращаю себя. Итак, вернувшись на экран, я буду дегустировать этот напиток. Пахнет манго. Что еще тут может быть за запах? Слушайте, ну хорошо. Газирован очень хорошо. И на вкус... Неприторный. Прям сок со вкусом манго. Газированный. Ой, слушайте, ну вот это классно. Вот это мне нравится. Мне вообще у адреналина, в принципе, нравятся многие вкусы. В основном оригинальный, конечно, но вот меньше всего мне зашел без сахара, потому что без сахара это вообще помой. Потом, значит, апельсиновый зашел мне. Ягодный зашел, обычный зашел, синий игровой. Зеленый, кстати, тоже неплохой, со вкусом имбиря. Вот. Были у них еще три версии маленьких, такие особенные какие-то вкусы. Мне ни один не понравился, кроме красного, потому что красный я не пробовал. Если вы любитель энергосов, то это стоит вашего внимания, потому что с манго он очень вкусный. А. Слушайте, ну прям хорошо, постарались. Вот. Минусов я, если честно, для себя не увидел. Мне все понравилось, все по вкусу. А был бы он еще и холодненький, было бы вообще замечательно. Ну а на этом обзор подходит к завершению. Оценивайте ролик, пишите комментарии и увидимся в будущем. Всем пока!